Всем привет, и сегодня я поотвечаю на ваши комментарии. Первым я хочу вас поблагодарить за то, что вы подняли мне очень большой актив. Ну, давайте начнем. Большинство комментариев это было: «О, это взломка» или «Как мило». Но я постараюсь найти другие комментарии. А как игру найти? В России эту игру, к сожалению, заблокировали, чтобы ее можно было скачать. Ну, а взлом можно скачать через мой телеграм-канал. Ссылка в закрепленном комментарии. Как называется игра? Игра находится в названии, а точнее игра в Talking John. Откуда у тебя столько монет? Опять. Это взломка, поэтому вот у меня очень много монет. А про взломку я уже говорила, где ее скачать можно. А что если дать сидят еще раз? Первый раз этот код будет красным и у него будут черные глаза. Второй раз вся квартира будет в красных оттенках. Третий раз ничего не произойдет. Вначале, как у Валеры Гостера. Да, я просто стырила начало, потому что я хотела ссылочку такую сделать, но ничего в голову не приходило. Просто его много очень смотрю, и мне хотелось что-то добавить в видео, связанное с ним. Девочка, будь осторожна, потому что он следит за тобой. Там есть наверху, которая кнопка... Будет за тобой следить. Если она прозрачная, то значит она отключена. То она выключена. А если она зеленая или синяя, то она включена. Он не следит. Я когда скачивала эту игру, проверяла эту игру на антивирус. Вирусов не было найдено. И еще проверяла вот так раз эту зеленую фигню. Если у меня записывается аудио, либо... включена камера, то у меня эта зеленая фигня появляется. Если ничего нет, то она у меня не появляется. У меня она не появлялась. Это идеальная игра для детей. Я дал поиграть в нее своему младшему брату, и он больше меня не достает. Его забрали в дурку. Всем советую. Я тоже вам всем эту игру советую. Она очень милая и красивая. 666 подписчиков, да. Была, наверное, эта цифра, но, к сожалению, я ее пропустила, потому что я спала. Я на утро проснулась, и такая смотрю, а там 700-990 подписчиков, такая, чё, блин? После накопления яда он умрет. Если ты пересадка, все гуд. Но потом лучше не включай микрофон, обосрёшь сериал. Я это не буду проверять, потому что я уже пожалела. Я в самом начале этой игры просто выключила микрофон, и все. Теперь я его включить могу. Купи я там вот-то, когда ты поставил, где он охотник, есть завидик. Там будет еда, что будет стоить денег. Там будет два бутылки, одна красная с водой. Это потому что хилит, а вот зеленая, вот это, я, вот, может его отдавить, вот, напоить этим ядом, вот, и что-то с ним случится, вот. Но если тебе надоест, вот, можешь дать ему, вот, чернику, а чирику. Вот какая его захилит, и он ведется старый таким же, где он был. Ничего не понятно, но очень интересно. Дай ему красное зелье. Давайте проверим. Ничего необычного, каждый день такое. Ну ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. И... еще раз благодарю вас за то, что вы сделали такое большое число за ночь. Всем пока!